Всем привет! К нам на участок часто захаживают соседские котейки. Ловят мышек, лакомятся свежим мяском, но иногда я их тоже подкармливаю. А еще к нам из леса прилетела какая-то неведомая птичка. Живет у нас либо на винограде, либо на яблоне. А тут, видимо, кто-то из кошачек пробрался в теплицу. Там тоже есть кем поживиться. Люблю деревню за тишину. Единственное место, где можно услышать свои мысли. В городе такого не было. Курочки в теплице уже освоились и стойко переносят перепады погоды. Зиму, дождь, снег, все им нипочем, даже сильный ветер. Морозы меньше, чем минус 17 у нас не опускались, но, как показала практика, полет прошел нормальный. Самое главное – это всегда вкусная и питательная еда, а также теплая вода. И постараться почаще добавлять свежую сухую подстилку. В теплице куры веселы, бодры, у них много места для того, чтобы двигаться, для того, чтобы копать землю. Даже, кстати, грядки служат для них как насесты. Удивительно, петухи перестали ссориться, практически не гоняют друг друга, нету никаких травм. В общем, вывод я могу сделать один. Что такое переселение кур в теплицу для кур, конечно, пошло на пользу. Чего не скажешь о теплице. Плитка вся уже у нас в земле, но это ничего страшного, она помоется, грядки перекопаны. Конечно, по весне будет не очень радостно. Но что делать, здоровье кур, конечно, важнее, чем какие-то небольшие трудности, которые возникнут у нас потом с теплицей. Самое главное, чтобы остался цел карбонат. Но насколько я могу видеть, куры к нему пока интерес не проявляют, это точно. Мне посоветовали, как лучше организовать дом для кур. Сделать это можно при помощи парника. Это, кстати, отличная идея. Не нужно будет ничего лишнего городить в теплице, и потом этот домик легко можно будет разобрать. Жду, конечно, Сашу с его каким-нибудь выходным, и мы это обязательно организуем. Погода у нас непредсказуемая, то снег, то дождь, то туман, то ветер, то холода. И так, конечно, весь декабрь. Решила я приготовить песочный пирожок. Для этого нам понадобится маргарин, сахар. Все хорошо перемешиваю. Маргарин должен быть комнатной температуры. Взбиваю миксером, пока не начнет белеть. Добавляю яйцо, опять все взбиваю миксером, потихоньку ввожу муку, несколько приемов взбиваю миксером, следующий уже этап, перемешиваю муку при помощи лопатки, замешиваю тесто, получается отличное песочное тесто на маргарине, главное выбрать хороший качественный маргарин, убираю его в холодильник, охладиться на пару часов. Затем распределяю тесто по форме. Форма, кстати, светофора, очень хорошая, служит мне уже верой и правдой давно. Для начинки буду использовать творог, сахар, как, конечно же, яйцо и сметаны. Сметаны было не очень много, но сколько было. Замешиваю миксером, можно было, конечно, блендером, чтобы не осталось комочков от творога, но я решила этого не делать. И добавляю ежевику с огорода, любим мы эту ягоду очень. 180 градусов, 30-40 минут и пирог готов. Часто пользуюсь этим рецептом. Очень быстро выручает, всегда есть что покушать вкусного к чаю. Начинку, кстати, можно использовать любую, не обязательно творог, можно делать еще и с вареньем. Полный список всех ингредиентов, как всегда, в описании к видео. Мини-обзорчик покупок сезона, там сейчас распродажа. В общем, что успели, вот эти спагетти были по 9 рублей, только 2 штуки можно было в руки. Взяли с Саши шапку, если понравится, я потом себе тоже
закажу такую же, она ветронепродуваемая мембранная шапка. И взяла себе для крема кондитерские мешки. У меня есть эска, эска маловато, для тортиков именно элька лучше всего. И еще по скидке получился где-то 6800, взяли себе телевизор, диагональ 32 дюйма. Телевизора у нас не было, да, наверное, всю нашу совместную жизнь у нас точно не было телевизора. А вот решили взять, чтобы не гонять компьютер. Компьютер дорогой, и не дай бог, что случится, сломается электричество, тем более у нас отключают довольно часто. Телевизор с Wi-Fi, со Smart TV, но единственное, у нас пока нету безлимитного интернета, наш интернет лимитный, поэтому... Будем пока не знаю, что смотреть, думаю, придумаем. А нужно будет потратиться на новый роутер, новый этот модем, приблизительно 1005 плюс выйдет, и тогда мы сможем сделать себе еще и безлимитный интернет к телевизору. Время у нас 10:30 утра, до дня уже почти. Я иду только кур кормить. С утра было нужно было поработать, вот, и я как-то заработалась. Для нового часы, а уже 11 час, так что пошла кормить девчонок. Смотрите, у нас сегодня очень красиво. Надеюсь, камера передает. Ночью был мороз довольно сильный. Я замерзла, не знаю, как тут мои девочки. Что-то пока тихо. Сейчас посмотрим. Девчули, вы не примерзли? Девчонки и мальчишки. Ну, слушайте, ну у вас нормально, у вас комфортно. Надо только дверь закрыть, да? Проголодались? Сейчас посмотрим, сколько у вас градусов. Да, я вам и водичку принесла. Вода у них замерзла. -2 сейчас. Быстренько такое объявление и для новых, и для старых подписчиков. Хотя новые подписчики вряд ли будут смотреть этот контент. Мой канал на YouTube абсолютно не превратился в кулинарный, в какой-то канал о еде, о заготовках, о рецептах абсолютно нет. А здесь также будут, как и раньше, выходить и влоги, курочки, хозяйство, колхоз, огород. Все это будет. Во-первых, сейчас зима, да и осень была у нас дождливая, не самая хорошая пора, чтобы снимать на улице и снимать хозяйство. Все-таки не очень удобно и не хотелось мочить камеру. А плюс сейчас зима, тоже особо много ничего не поснимаешь. Но сейчас куры в тепличке, поэтому в этом плане можно, конечно, получше поснимать. Не ушла я в кулинарный канал, абсолютно нет. У меня лайфовый канал, все, что касается моей жизни, то и будет на канале. И заготовки будут, и рецепты будут, и влоги будут, и колхоз. Все, в общем, абсолютно разношерстный. На Дзене у меня два канала по специфике разбиты. Один как раз-таки у меня деревенский огород, колхоз. А второй канал, он обзорный и кулинарный. Для удобства ориентирования по видео я сделаю рубрикатор. И уже в названии видео будет ясно, к какой теме оно относится. Например, видео, в котором будет содержаться материал, связанный с домом, какие-то, возможно, влоги, наше хозяйство и прочее, будет под рубрикатором «Купили дом». А все, что будет связано с огородом, с посадкой на рассаду, с посадкой самого огорода, с формированием там грядок, постройки, может быть, теплицы, так и будет огород. Рецепты в рубрикаторе. Рецепты, это понятно, экономное меню, тут тоже ничего нового не придумаешь, и заготовки, заморозка полуфабрикатов также и будет с таким же точно рубрикатором. Влоги, это видео, которые будут сняты за пределами нашего дома. Так что не пугайтесь. Знаю, что мои видео распространяются по различным соцсетям, а следить весь поток комментариев я, естественно, не могу, поэтому отвечать на них буду исключительно на своих официальных каналах YouTube и Яндекс.Дзен. На ужин буду готовить батат. Понадобится, собственно, сам батат. У меня 1,5 килограмма соль, 3 чайные ложки, приправы, карри, паприка и чеснок в равных количествах.
острый перец домашний, масло растительное. Хорошо перемешиваем все, выкладываем в форму, в которой будем запекать, и запекаем при температуре 180-190 градусов приблизительно минут 40. Все зависит опять от вашей духовки. К батату у нас будут куриные ножки в соусе терияки, которые я делала в предыдущих заготовках. Вот я уже пришла к вечерним кормлениям, курочкам, разложила им теплые мешенки, комбикорм, батат, кукуруза, отруби, крапивка, витаминчики, все как полагается. Вода у них не замерзла, но я с новой теплой водой, потому что когда у нас такие морозы, конечно, я воду подливаю часто и теплую. По градуснику минус 1, но ощущается намного теплее. Сегодня у нас был солнечный день, поэтому курятник хорошо нагрелся. Единственное, что очень сильный на улице ветер, даже дергает дверь. Сквозняка здесь особого нету, но чувствуется. Иногда ветерок, конечно, гуляет. Непонятно почему. Вот они тут нарыли себе земельки, купались. Короче, по весне... Перед посадкой тут заново придется в теплице проводить работы. Ну, что же сделать? Мне сейчас интересно посмотреть, есть ли яйца. Стали они нестись вот в это гнездо. Видно, там есть яйца. Сейчас посмотрю, сколько. Сегодня у нас 3 яйца. Так, не клевать яйца. 3 яйца. Конечно, немного, но у нас нету досвет. И это главная причина на самом деле. Отсутствие хорошей яйценоскости. Условия у меня довольно неплохие для содержания. Кормление отличное. Возраст кур, конечно, староватый. Но была бы досветка, обязательно световой день, неслись бы вообще как из пулемета на самом деле. Это проверено. Возможно, на праздниках у Саши будет побольше времени, и сможет он мне помочь в этом вопросе. Ну а нет, с голоду мы не умрем. Яиц у нас много. Повесили уже телевизор. Кстати, отлично работает. И через интернет. Здесь есть сразу подписка. 3 месяца бесплатная. Плюс у меня там еще были подписки и на Кионе, и на других ресурсах. В общем, можно использовать разные подписки. Тут очень много каналов, большую часть не знаю, особо и не смотрю такие передачи. И что еще очень нравится, что можно вставить флешку, возможно, можно будет подключить внешний жесткий диск, не знаю, и смотреть уже с флешки. Вот у нас тут есть скачанный сериал, который можно смотреть непосредственно с флешки. Удобно? Я вообще очень даже довольна, особенно за такую цену. Еще нравится, что здесь есть Алиса. Алиса, включи YouTube. Открывает YouTube. И на YouTube очень-очень-очень всем советую смотреть вот этот канал. Прям вообще классный канал. Называется Live Lucy Vlog. Обязательно смотрите. Вот сейчас на фоне гавкают те собачки, которые изображены на видео. Большое спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, делиться видео. Всем до новых встреч и пока-пока!